я просто напомню, что происходит у нас в турнире на Добрице. Сегодня Португалия еще раз только не играет. Сборная России, я думаю, что Николаевич сами не одерживает сегодня победу. И набирает 18 очков. Здесь Россия на первой строчке турнирной таблицы ГРФ. Вторыми остаются португальцы, у них 17 очков. Наша следующая игра, игра в полной сборной России, в Лицеевку. Перетерпели минут 15. Пропусти. Обидно. Да, такой привет из Люксембурга. Иран Захари передает нам. Я не знаю, может ли это назвать маленькой расслабленностью, но я бы тут скорее говорил о двух подряд. И тут они решили вырубить. Поняли, что дальнейшая трансляция бесполезна. Надо заканчивать, понятно.